Уважаемые коллеги, меня зовут Захарова Екатерина Николаевна, и я относительно молодой витриоретинальный хирург 36-й больницы имени Наземцева. В моей практике ежедневно возникают вопросы, на которые мне иногда бывает очень сложно найти ответы самостоятельно. Я уверена, что я такая не одна. Поэтому я решила создать образовательный проект, который будет состоять из живой хирургии и из интервью с опытными хирургами. Вопросы я буду задавать те, которые являются камнем преткновения в моей практике. Если у вас такие вопросы есть, пожалуйста, присылайте, я их также буду задавать. Очень надеюсь, что многим это будет полезно и интересно.